Поясните, пожалуйста, в доме имеются какие-то запрещенные вещества? Нет. Что именно где находится? ТВ на кухне, под раковиной. Там бутылка, карман видим, да. Вера, пакет черного цвета. Пакет прозрачного цвета. Рассыпчатая, пластилинообразная. С характерным запахом. Для чего они? Ну, я фасовал и складывал. Для упаковки. ТВ фасованная. Ну, там и вес, по-моему, и россыпь. Угу. Вот, обратите внимание. Вот, стёрки, изоленты синего цвета, есть желтого встречается множество. Сколько здесь вентировочно? Блин, килограмм, может. Нет, в общей сложности там около 2 килограмма. Да. Сколько? Около 2. Разное вещество, да? Да. Есть еще пакетик. И там вот даже сумки, и где-то. Достаем. Вот еще аналогичный сверток, тоже с характерным запахом. Так. Это готово уже, да? Да. Это РОС? РОС, да. Называемая наркотическая. Спайс? Ну, спайс, да. Ложечки для чего? Для фасовки. Что в этой тетрадке? Рецепт изготовления. Где? Вот. Давай вытянем.